На неисправный почтовый ящик пожаловался людям в погонах. Мелкая бытовая проблема рядового северодвинца всполошила управляющую компанию, прокуратуру и даже областную жилищную инспекцию. Чтобы добиться от коммунальщиков ремонта своего почтового ящика, мужчина дошел до самых верхов. Об этом почтовом ящике теперь знают даже областные чиновники. В январе житель одного из домов на улице Коновалова обратился в свою управляющую компанию. Мужчина оставил заявку на ремонт почтового ящика в подъезде, но результата так и не дождался. После повторной заявки жилец решил обратиться в надзорные органы и написал заявление в прокуратуру. Руки не доходят, так мне объяснили. Ага. Так и сказали, руки не доходят. Я говорю, ну... Для исполнения законов руки должны доходить до всегда. Вот. Но еще раз повторюсь, только после реакции прокуратуры все было сделано. Более того, они меня спросили, какой замок мне ставить, и так далее. Я сказал, ну, как бы выбирайте сами. Тем не менее, в управляющей компании недоумевают, зачем было обращаться в прокуратуру с такой незначительной проблемой. Жилищники не отрицают, почти 2 месяца не могли приступить к замене почтового ящика. Но лишь из-за того, что в заявке не был указан номер телефона жильца. Мастер, с их слов, выходил на место, но дома хозяина не застал. Шкафчик был закрыт. И поэтому он не мог выполнить, потому что ящик был в нормальном состоянии, чуть-чуть скол, но он был закрыт. И до тех пор, пока мы не нашли хозяина, его мобильный телефон, созвонились, когда уже с ним встретились, мы сразу на следующий день выполнили эту заявку. В управляющей компании говорят, из прокуратуры предписаний не получали. Работу выполнили добросовестно. Как выяснилось, письмо северодвинца прокуратура не рассматривала, а направила в областную жилищную инспекцию. Там по заявлению до сих пор ведется проверка. Ее финала жилец не ждет, но благодарит жилищников за проделанную работу. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.